мы в очках. Внимание. Спасибо. Держите. Простите, ваше. Все доброе. Ну, папаша-то где? Не знаю. Сбрасывает. Занят, наверное. Выписываетесь? Выписываемся. Да, только вот папаша не торопится. Да он скоро придет, обязательно придет. Точно придет? Точно. Может, вы подождете в приемном покое? Нет, спасибо, он сейчас придет. Вы тогда берегите своего сынишку, и пусть у вас все будет хорошо. Растите здоровенькими и счастливыми. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Доброе утро. Доброе утро. Что с мужчиной? Его малыша выписывает, он занят, видите ли. Ну, по нынешним временам могут вообще не встретить. Я через полчасика гляну, если что, вызову такси. А малыш какой славный родился. А это пятнышко на плечике родимое. Так счастье. Серьезно? Спасибо, Аня. Верочка Васильевна, сами-то когда родить решитесь? Не знаю. После того выкидыша трошу немного. Но я над этим работаю. У Барадзе курс когда? Год назад проходили? Ну, чуть больше. Теперь нужно снова обследоваться и пройти лечение. Барадзе так сказал? Да. Ну, значит, так надо. Мамаша, ну что вы возле двери стоите с ребеночком? Грипп вон какой. Стойте! Ноги вытирайте. Извините. Извините. Маша, это ваши вещи? Да, мои. Что же вы их разбрасываете? Заберет кто-нибудь и не заметите. Я сейчас заберу. Да ладно, я сама. Спасибо. Держи. Спасибо. Не за что. Девочка. Мальчик. Мальчик, это хорошо. Я не знала, куда. Ань, как меня задолбали твои бабские истерики. Все живы-здоровы, чего еще надо? Как твои дела? Все в порядке? Да никак, хреново дела. За что тебе, кстати, с твоей беременностью отдельное спасибо. Ничего, все будет хорошо. Мы справимся, вот увидишь. Пойдем уже. Thank you.
Здравствуйте, давайте помогу. Так, сейчас, сейчас. Вот. Вот. Ай, ты. Мальчик, девочка. Девочка. Ну, тоже неплохо. Сынок, Игоречек. Игорь, мама пришла. Ты где? Где мой хороший? А? Ты где спрятался? Игорь? Игорек. Ой, слава богу. Здравствуйте. Здравствуйте. Валентина Николаевна. Да. Ты, конечно, прости, но твой Игорь снова. Что, Игорь? А его нет, он уехал. Мы, конечно, все понимаем. И в глубине души даже сочувствуем. Больной то сё. Да что случилось-то? Твой придурок, сын твой, у меня в машине разбил стекло. 300 баксов стоит, плюс установка, прикинь? А мне колеса порезал. Николаевна, это ни в какие ворота вообще. А прошлый раз в окно на первом этаже камень бросил. Ну ведь я все возместила. А сейчас правду говорю, нет его, уехал он. Так и сейчас нужно возмещать. Николаевна, ты или плати, или мы заявление в полицию пишем. А что-то я должна платить. Уехал он на лечение, говорю же. Вот адрес реабилитационного центра. Вот справка направления на лечение с печатью. Знаете, сколько это стоит? Думаете, наверное, что государство мне помогает? Здрасте, как же? Заходите, посмотрите. Посмотрите, как мы здесь шикарно живем, а? Что ж стоите, стесняетесь? Ладно. Может, и правда не он. Конечно, не он. Идем. Че это что, Игорек? Когда же они отстанут от нас? Сынок. Сынок, зачем ты это сделал? Они плохо. Говорят плохо. А что они говорят, а? Придурок, говорят. Урод. Нет. Знаешь, какой ты красивый. Вот только подлечимся. Иди к маме. Иди. Ой, так. Ай, ты мой хороший. Что же ты натворил? Ничего. Спит. Только что заснул. Вес только плохо набирает. Ну, а что ж ты хотела? Ты же одними макаронами питалась, пока это твой. Мамочка, у меня все хорошо. Конечно. Столько лет с ним живешь, а все иллюзиями питаешься. Девочка-то какая хорошая была. Пятерки со школы приносила. Грамоты похвальные. Мы что, тебя с отцом растили ради вот этого, да? Просто у Руслана сейчас временные неприятности. Ага, ага. Но я верю в него. Да. Это все потому, что он гордый, сильный и независимый. Независимый? А что же это твой независимый работу постоянной до сих пор найти не может? Независимый. Вот Алешечку он чем будет кормить? Независимостью своей. Мамочка, он это все понимает. Мы тоже с папой кое-что понимаем. Мы понимаем, что он никчемный и ненужный человек. Как это может быть, чтобы собственную жену забрать из медицинского института для того, чтобы она в какой-то лаборатории банки мыла из-под... Мам, я люблю его такой, какой он есть. Ты знаешь, он бизнесом занялся. Да, мы скоро заживем, вот увидишь. А то, что он грубый иногда, так это самозащита. На самом деле он чуткий, нежный. Конечно. Вот ты себе представь, Алиночка, вот как
каково это мне, матери, не иметь возможности прийти к собственной дочери, понянчить собственного внука. Мамочка, ну, пока Руслана нет, может, пойдем? Не могу. Мне отец сказал, чтобы я к вам не ногой. Так и сказал, что вы ему чужие. И говорит мне, вот если Алинка будет с этим засранцем, то она мне не дочь. Он до сих пор этой драки забыть не может. Мам, ну папа ведь первый начал. А Руслан продолжил. Где же это видано? Чтобы на отца собственной жены руку-то поднимали. Где же это видано? На, возьми. Только этому своему не давай. Спасибо, мам. Масечка моя. Вот мама помидорчики передала твои любимые. Курочка. Добренькая. Она просто волнуется. Как же. Просто хочет показать, какие они хорошие, а я дерьмо полное. Да нет же. А ты и рада всем этим мне в нос тыкать. Посмотри, муженек, какой ты лузер. Просто обидно, что ты с ними так... Это я с ними? Это они со мной. Не такое им, видите ли. Руслан, мама просто пытается наладить отношения между тобой и папой. Извини. Алло, Катюшка? Да, привет. Все хорошо. А это что? Катя, я перезвоню, ладно? Это мама Алешки на подгузники передала. Подгузники? Ладно, подгузники я сам куплю. Мы скоро выздоровеем, сынок. Я тебе обещаю. Только, пожалуйста, сыночек, запомни, нельзя трогать чужие машины. Иначе тебя опять у меня заберут. Я от тебя не пойду. А я тебя никому не отдам. И, пожалуйста, больше не выходи сам из дома. Хорошо? Хорошо. Докармливаешь? Приходится. Ты знаешь, грудь полная, Алешка что-то плохо сосет ее. Сил, наверное, не хватает. Осаживать пробовала? Попробовала. Так больно, аж в подмышке отдает. Ну, не знаю, капусту поприкладывай. Прикладывала. Не помогает. Аленьке тогда к врачу надо. Картошка готова. Какая ты, Катюшка, рукодельница. Только замуж никто не берет. Ой, да ну кому бы переживать? Спасибо тебе, подруга. Ты знаешь, в последнее время просто замоталась как-то. Перестань. Спит? Спит. Пойду положу. Давай. Курица готова! А ты что здесь делаешь? Привет, Руслан. Привет, красавица. Русланчик! Катюша с ужином помогала. Пока Алешенька спит, мы в магазин сходим. Я в аптеку забегу. А если проснется? А ты на что? Рот закрой. Завтра сходишь. Я быстро. Пусть валит. У нас разговор серьезный. Ладно, давай. Садись, потрещим. Да, Иван Иванович, не зря говорят, смелость города берет. Вот-вот.
Без вас я не решился бы так кардинально изменить свою жизнь. И правильно, что решились. Там такая клиника. Оборудование. Европа отдыхает. Но без хорошего специалиста, как вы, это просто груда металлолома. Но мое дело было только слово замолвить. Спасибо вам за все, но этот центр, он для меня как ребенок. Детей нужно выпускать в вольную жизнь. Главное, чтобы в хорошие руки попались. Вот если бы спросили меня, я бы Соколову назначил на должность начмеда. Но Корстрам, так скажите. Скажите, вы же здесь в авторитете, ну? С Филоновой я обязательно поговорю, но вы же ее знаете, с ней сложно договориться. Давайте попробуйте, а я помогу. Все. Алла Викторовна. Алла Викторовна. Вы не могли бы меня сегодня отпустить пораньше, пожалуйста? Я уже везде прибралась, и в холле, и в детском, и предродовом. Слушайте, неужели Скуратовский-то уходит, а? Мне бы к сыну. У вас сын болеет, да, я знаю. Вы никогда не говорили, что с ним? Что-то случилось или это врожденное? Что вы, Алла Викторовна? Он был совершенно здоровеньким, в школе учился на отлично. Даже ездил на Олимпиаду по математике в район. Хороший, способный, ласковый. А потом его укусил энцефалитный клещ. Вот. Я его своими руками сняла и сразу отнесла в больницу. Оттуда в санэпидемстанцию. А там отмахнулись. Ой, там еще те специалисты, конечно. Врачи тоже особо не вникли. Сначала лечили от гриппа, а потом от менингита. И упустили время? Да. Игорек впал в кому. 2 недели провел в реанимации. Вследствие чего произошли необратимые изменения в коре головного мозга. Что они с ним там делали, я уж не знаю, но вернули мне моего Игорька совершенно другим. И что же вы сейчас как-то лечитесь? Стараемся. Я работаю на 3 работах, чтобы хоть изредка водить Игорька на процедуры. Только цены растут, и мы никак не можем пройти курс лечения до конца. Послушайте, может, вам в какие-то фонды обратиться? Ой, куда мы только не обращались. Детям еще помогают, старикам. А вот молодым людям никто не хочет. Вот и получается, что в 19 лет мой Игорек, ты просто вычеркнут из жизни. Алла Викторовна, я побегу. Бегите, бегите, Валентин. Счастливо. Счастливо, спасибо. Катюш, спасибо тебе, что помогла с ужином. Да перестань, обращайся. А с Русланом будь жестче. И вообще, в нашей жизни нужно быть сильной. Хорошо. Ой. Ты чего? Что-то в груди кольнуло. Так может тебя домой провести? Да нет, ты что, ты езжай. Мне еще в аптеку зайти нужно. Ну ладно, Аленький, как знаешь. О, трамвай идет. Все, Аленький, пока. Я за 3 недели расплачусь. Не делай мне смешно, бизнесмен хрен. Тебе уже давали 3 недели, ты не борзей. И за меньшие бабки голову отшибали. Так что выбора у тебя нет. Давай к Сиве на хату. Дело выгорит, эти бумажульки на хату к тебе же и вернутся. Ты не мельтеши, садись, езжай в тему. Короче, делов как 2 пальца об асфальт. Водитель везет мобилы, ноутбуки, навигаторы. Тогда и взят.
раза, где ж тебя носит, а? Ну что, ты готов получить хату назад? Значит, в 4 утра встречаемся внизу во дворе. Игорек, мама сейчас уйдет, а потом очень быстро вернется. А куда ты? Денежки тебе зарабатывать на лечение. Сейчас ночь, мне страшно. А я тебе телевизор включу, закрой дверь на замок. Не хочу телевизор, там тоже страшно. Страшно, страшно, страшно! Вот так. Молодец. Ты закрывай глазки. Давай, давай. Вот так. А я посижу с тобой, пока ты не заснешь. Маю, не ложись на край. Ну что? Без изменений. Гипертермия 39,9. Димедрол с ножкой практически не сбивают. Интоксикация сильная. Вот анализы пришли. Лейкоциты и соя повышены. Угу. Наверняка ходила с лактостазом несколько дней. Потом инфекция присоединилась, и все. До сепсиса недалеко. Ну что, будем готовить к операции. Хорошо. Если все пройдет хорошо, через 3 дня уже отпустим домой. А с данными разобрались? Нет, пока еще. У меня документов при себе не было. Ладно, готовьте. Петлять решил? Да ты чего, шальной? Хорошо, что мы раньше приехали на полчаса. Да меня Алинка кинула. Всю ночь где-то шляется. Я не ложился вообще. У меня малой, так что я пас. Да мне пофиг, скинь куда-нибудь пацана и поехали. Время. Куда его скину, ты соображаешь? Это ты соображалку включай. Соседям отдай, теще, подружке. Соседями у меня контры. Теща вообще. Тогда собирай свои манатки и вали со своим выродком на улицу. Да ладно, ладно тебе. К теще подъедем. Ты будешь вспомнить, где она живет. Ты можешь быстрее? Да я не помню, в какой квартире ее предки живут. Один раз только был у них. Кто фиг знает, когда. Я сейчас тебя и твоего спиногрыза в багажник кину и вывезу куда надо. Давай быстрее, дело горит. Ладно, ладно, понял я. Твоя бабушка скоро на работу пойдет, тебя Юрий-то заберет. Хорошо? Ну, ты же мужик должен понимать. А я... работу сделаю и вернусь домой. Договорились? Это молодец. Господи, ребенок.
кто же тебя здесь оставил-то? Эй! Мамаша! Ты посмотри, а? Боже, он же продрогнет. Надо, наверное, позвонить в полицию. Ой, господи, я же телефон дома оставила. Что же делать? А ну так, быстренько. А ну-ка, идем ко мне. Идем, идем, а там разберемся. Быстро, быстро, в тепло. Давай, вот так. Тихо. Ай, ты какой красивый. Ах, какой ты чудесный. Давай сейчас, сейчас мы согреемся. Неужели мама могла такого бросить, а? Ах ты, господи. Что за люди? Смотри, какая шапочка. Смотри, какая у нас шапочка. Это шапочка Игорёчка. Очень хороший мальчик. Очень любимый мальчик. Нет, мама, я не даст. Не даст в обиду никому, никому не даст. Сейчас соберется насмеяться, и все увидят маленькую. Как вас зовут? Где я? Как вас зовут? Алина. Алина Станкевич, где я? В больнице уже все хорошо. Чуть-чуть-чуть. Алина, вам сделали операцию, и подниматься нельзя. Но мне нужно к сыну, к мужу. Не шевелись, пожалуйста. Капельница еще не кончилась, ты можешь травмировать вену. Успокойся. Алина, нужно сообщить родным. После операции вы не сможете кормить вашего ребенка. О нем должны позаботиться, пока вы здесь. А меня искали? Нет, звонков о пропавших не было. А где мои вещи? Где мой телефон? Вещи у нас, а телефона у вас при себе не было. Сейчас. Скажите, пожалуйста. Вот, звоните. Спасибо. Выключен. Еще подумать, что я от него сбежала. Мне нужно домой. Спокойно. Родители у вас есть? Есть, но им нельзя звонить. Отпустите меня. Конечно, отпустим, конечно, отпустим. Я дозвонюсь вашему мужу, и все будет хорошо. Сейчас мы малыша покормим. Покормим, покормим. Правда, он славный, Игорек? Славный и маленький. Игорек улыбается. Игорек добрый мальчик. Да? Пойди посмотри, кто-то пришел. Только не открывай, хорошо? Это Мила! Нет! Здравствуй, соседушка! А что это у вас тут такое происходит? Ой! А я думаю, кто это? У меня за стенкой пищит. Валя, а чье это? Ему спать пора. Мой муж не перезванивал? Нет. Доктор еще раз его набирал. Он вне зоны доступа. Мне очень нужно домой к сыну. Ложись поудобнее. Прокапаем. И через пару дней пойдешь домой. Это очень долго, это. А ты хочешь сына сиротой быстро оставить? Я не шучу. Пожалуйста, дайте хотя бы позвонить. Спасибо. Алло, мам. Да, доченька, сейчас.
Да, что ты говоришь? Мам, ты только не волнуйся, я в больнице. Мне операцию небольшую сделали, был мастит. Скоро выпустят. Бедная ты моя. Я знаю, как это больно. Я же тебе говорила, что ты его неправильно кормишь. Мам, там Руслан почему-то телефон отключил. Я теперь поняла, почему ты мне звонишь. Пожалуйста, ты можешь зайти к нам домой и узнать, как там дела? Скажи Руслану, что я в больнице, потому что он не знает и... Я не хочу слышать этого имени. А тебе пора повзрослеть и быть сильной. Спасибо. Да мне надо было сразу полицию вызвать. Кошечка. Хорошая кошечка. А потом подумала, пока они приедут, пока разберутся, откуда ребенок. Малыш замерзнет. Принесла домой, развернула, и сердце сжалось. Ну, ты же помнишь, как я хотела второго ребенка. Да куда ж тебе было после истории с Игорьком-то? Да и Колька, твой гад, сбежал. А тут малыш. Ну, как Бог послал. Так, может, и послал? А? Нет. Мне Игорька лечить не на что. Дал Бог детенка, даст и на детенка. Мил, я и так на трех работах. Вот сейчас надо бежать. И куда я его? Ой, ну, так я посижу с ним. Господи, беги на свою работу. Нет. Я его лучше в больницу отнесу. Понимаешь, без полиции все равно не обойдется. Но им пока расскажешь, что ты просто так нашла ребенка на улице, они тебе все нервы истрепят. Ты еще на работу опоздаешь. А вот этого мне никак нельзя. Вот. Так что иди на работу, а я посижу с малышом. А вечером придешь, мы все с тобой уладим. Спасибо, Мил. Давай, давай, бей. Ой, Милочка, спасибо тебе. Да ладно. А я приду, и мы все сразу решим. Да, конечно. Это же, наверное, кто-то его ищет. Какая беда для людей. Ну, мы телевизор посмотрим. Если что, потерял ребенка, так, наверное, уж по всем новостям призвонят. Игорек, а я быстро уберу и сразу вернусь. Хорошо? А ты побудешь с тетей Милой. Давай. Давай, мой хороший. Все. Да. Беги, не волнуйся. Игоречек, с ребенком надо погулять. Понимаешь? А ты посидишь, посмотришь телевизор. Вдруг покажут, кто ребеночек потерял, да? Кошечка. Да, молодец. Это умничка. Толечка. Толечка, у меня душа неспокойна из-за нашего внучка. Алиночка в больнице. Как она там одна без матери? Толечка. Когда она от этого подонка рожала, она нас с тобой не спрашивала. Вот пусть теперь сами разбираются. Господи ты, боже ты мой, ну, нехорошо же ей. Ей операцию сделали, она в больнице. А ты все о своих обидах думаешь. Я еще и виноват. Когда она этого зэка в наш дом привела, мне было хорошо. Да она нас перед всеми соседями, перед родственниками опозорила. Господи, когда же это было-то? Что? Ты думаешь, я забыл, как этот сопляк на меня руку поднял? Конечно. Кто ж правду любит слушать? Разве я его оправдываю? Ну, я... Глаза бы его не видели. Про Алиночку сейчас говорю. Про нее и про нашего внучка. Нет у меня ни дочери, ни внука. Хочешь к ней ехать? Езжай. Вот тебе Бог. Как говорится, вот порог. Только не возвращайся. Ты не Васильевна, тише. Там ваш муж с Сашей пришел, ждут вас в кабинете. Спасибо. Вы слышали, что Скуратовский уходит? Совсем увольняется. Лучше проверьте, как работает увлажнитель, а то воздух в палате суховат. Thank you.
такое неудобно, что обращаюсь к вам. Помогите ребеночку на лечение, пожалуйста. Ну, помогите, пожалуйста, ребеночку на лечение. Ну, я одна осталась с внуком. Помогите, пожалуйста, ребеночку на лечение. Спасибо вам большое, спасибо. Одна осталась с внуком. Помогите ребеночку. Ну, помогите, пожалуйста. Спасибо вам большое, спасибо. Люди добрые, помогите, кто... Спасибо вам, дай Бог вам здоровья вообще. Ребенку на лечение, спасибо, девонька. Остались мы одни с внучком. Люди добрые, спасибо, девонька, счастья тебе, да, до свидания. Ой, люди добрые, помогите, ребенку на лечение. Спасибо вам, дорогая девочка. Извините, пожалуйста, что я к вам обращаюсь. Пожалуйста, не найдется у вас несколько рублей. Лечение нужно срочно. Спасибо вам большое. Извините, пожалуйста. Молодочек, помогите, пожалуйста, ребеночку на операцию. Спасибо вам большое. Дай вам Бог здоровья. Спасибо вам большое. Девушка, не поможете ребеночку на операцию? Очень нужно. Благодарю. Спасибо вам большое. Дай вам Бог здоровья. Дерзкое ограбление фуры так и остается одной из самых главных криминальных новостей дня. Напомним, сегодня утром преступники ограбили фуру, перевозившую ценный груз. Они перегородили транспортную полосу своим микроавтобусом и вынудили водителя остановиться. Угрожая оружием, они заставили открыть его кузов и перегрузили товар в свою машину. Сотрудникам полиции удалось выследить и задержать по горячим следам всех преступников. Как сообщили, смотри, что с людьми делается, а? Эти молодые, здоровые, а работать не хотят. Не то, что мы с Ванечкой. За совершение нового преступления. Да, Ванечка, мы с тобой такими не будем. Мы вон пошли, поработали, денежек заработали, да? На первое время хватит. А там поглядим. Это я! Ой, Игорёк, какой хороший. Как вы тут? Отлично. Погуляли, поели, и вот теперь спим. А это что такое? Это мы с Ванечкой заработали. Сработали с каким Ванечкой? Тихо, ну с нашим Ванечкой. Пошли и заработали. Вон, видишь, питание купили, салфетки, подгузники, соки. Ты что, милостыню просила? Добрые люди помогли. Мы попросили, они помогли. Есть добрые люди на свете. Мила, тебя могла полиция задержать. У тебя на ребенка ни документов, ничего. А если бы его отправили в приют? Ну, не задержала же. Не задержала. Все. А денег вон, смотри, сколько заработала. На какое-то время хватит, а там еще что-нибудь придумаем. Правда, Игорюш? Thank you.
Не кричи! Не кричи, ты плохой! Ты плохой, не кричи! Замолчи, ты плохой, не кричи! Да замолчи ты, ты плохой! Замолчи, 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 замолчи! Ты плохой! Ты плохой! Горячий! Ты плохой! Замолчи! Замолчи! Все, 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 идем. Идем. Все, все, все. Дай сюда. Шансов на досрочное освобождение нет. Все серьезно. А ведь по глупости попался. 10 лет тихо себя вел. 12. 12. Нормальный же мужик. Что мешало каким-то делом заняться? Да занимался я. Так прогорел, что крыши над головой не осталось. А тут еще сын родился. Я еще и сына наполовину сиротой сделал. Мне жене надо позвонить. Мы с родственниками связываемся сами. Это важно. Я хочу знать, как там малой. Говори номер жены. 496-95. Не спеши. 95-15. Аппарат абонента выключен. Кому еще позвонить? Ясно. Если тебя не заберут, я о тебе позабочусь. Поздравляем, Андрюша, с повышением тебя. Папа, а ты теперь кто? А я теперь руководитель всей региональной службы МЧС. Ух ты, мой папа командир! И командировок будет меньше? Гораздо меньше. Теперь почти все время буду с вами. Теперь вы мне родите братика или сестричку? Всему свое время, сынок. Верочка, ты собирайся, будем отмечать мое повышение. Отметим повышение позже. Вы идите домой. Я осмотрю ребенка и приду к вам. А мы подождем тебя здесь. Мы подождем тебя здесь. Thank you.
Недавно родился. Реакция в норме. Да, видимых отклонений я не вижу, но вот о прелости мне его не нравится, и дышать мне уже тяжело. Алла, возьмите анализы, взвесьте и померите нашего кроху, а потом мы послушаем его легкие. Все сделаем. Кого-то он не напоминает. Он похож на сына одной из наших рожениц, которая недавно выписалась. Что же ты тут делаешь, маленький? Убраться можно? Ну, конечно, нет, Валентина. Ну, вы не видите, что мы подкидыши осматриваем? А сегодня что, ваша смена? Я на прошлой неделе поменялась, теперь отрабатываю. Значит, еще один подкидыш. А я догадалась, там возле бэби-бокса пустая переноска стоит. Вот возьмите ее, отнесите в отделение, вдруг мамочка объявится.